Идут к нам. Идут к нам? Да. Давайте, ребята, кланяемся. Благословите, батюшка. Бог благословит. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Люди добрые. Рассказывали мне, что где-то тут святые живут. Кир. На этом острове? Одни мы тут живем, святых не видали. Хорошо. Да проходи, отче, к нашей скромной трапезе. Пойдем. Благодарствуем. Ну, это ладно. А как молитесь, главное? Да какие мы молитвенники? Учили азбуки ведьм, да и то не выучили. Да только знаем, что на небе есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И нас трое. Я Вася, Ваня и Илюша. Да мы никаких молитв не знали. Сами придумали молитву. Сами? Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас. Нет, неправильно. Вот какую молитву надо читать. Шижиси на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Хлеб наш насущный дашь нам. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем долги. И не введи нас в искушение. Но избави нас от лукавого. Но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь. Ну что, Никодим, за Марию-то попросил? Конечно, попросил. Ну, слава Богу, теперь все хорошо будет. Господи, помилуй. Господи. Отче, отче, молитву забыли. Кто там после... Да связится имя Твое! Давай снова учить! Я уже 50 лет как монах. У престола Божия стою, облачен от Бога властью священства, все молитвы знаю. Но бегать по морю я не умею. Не пробежать мне. А вы только и знаете,
Трое нас, да трое вас, Господи, помилуй нас. Но у вас чистое сердце. Идите. Идите с Богом на свой святой остров. И живите, и молитесь там, как молитесь. Это я... Вася, что отчим сказал? Сказал, как молились, так и молитесь. Трое вас, трое нас. Господи, аминь.